Здравствуйте, господа, с вами Бланк, это игра Rise of Kingdoms. Я думаю, многие знают такого русскоязычного стримера, как парня Пробел. Это один из самых старых русскоязычных стримеров, который имеет очень старый аккаунт, то есть ему 600 дней. Он недавно мигрировал на новый сервер, и его этой ночью нульнули. Давайте посмотрим это видео. Так. Вот такая вот ситуация происходила. Смотрите, я вот сверну. Можете посмотреть, что ролик в интернете называется «Пробел руинит КВК». Парня, ник парня, это Mayhem. Видео идет час с чем-то. В самом конце видео взяли его две фермы. Они еще не нульнули его на этом видео, но я так понимаю, что они нульнут. На одной из ферм было порядка 3,5 миллиарда ресурсов, по-моему, если мне точно память не изменяет. Я одно видео пересмотрел. Вот это вот. Пересмотрю еще раз, то есть прошу прощения, у меня язык немножко вяжется, потому что практически не спал. Но перед тем, как лечь спать, все-таки видео посмотрю еще раз. И, допустим, давайте первоначально, допустим, поговорим о том, что происходит, когда вы куда-либо мигрируете. То есть, когда вы мигрируете, вам освобождают место в Альянсе. Как правило, мигранты хотят получить место в топ-Альянсе. Получается, что когда вы мигрируете, вам освобождают место в топ-Альянсе, кого-то кикают, это раз. Второе. Поскольку вы мигрируете, допустим, со старого сервера, то аккаунт у вас для этого сервера плюс-минус хороший, и из-за вас попадутся просто соперники на самом КВК сильнее. Это вот второе. Третье, допустим, мигранты, которые прилетают со старых серверов, у них, как правило, много ускорений, поэтому они планируют выигрывать какие-то или СМП, или, допустим, какие-то события, где за первое место дают 20 универсальных голов. Это вот третий момент. То есть вы прилетаете, из-за вас кикают ребят, из-за вас попадается сильнее соперник, и, по сути, как бы вы забираете призы на вашем сервере, то есть золотые головы, которые как бы очень важны. Поэтому как бы от вас должно быть максимально проку на этом КВК. Это парень был фермер, как бы, который просто хотел взять 2 СМП, улететь потом с сервера, то есть, по сути, как бы украсть 360 голов и улететь. Я такое, как минимум, не уважаю. Я сам был в такой ситуации, когда, допустим, я улетал с сервера 1347, там, оказывается, был парень такой, я его раньше не знал, потому что ютубом особо не увлекался. Это самый популярный русскоязычный стример, МД. Он туда прилетел. Во-первых, как бы начнем с конца, за всю карту КВК он потерял 0 мертвых. Просто, блядь, ну, ебаный спиногрыз прилетел, ни хрена не сделал, и выиграл 2 или 3 ивента, где за первое место давали 20 универсальных голов. То есть вы поймите, когда вы прилетаете, одно дело, когда вы там находитесь. Когда вы прилетаете, это совсем другое. А воровать головы на вашем сервере и улетать, или просто воровать и ничего с ними не делать, это очень-очень неправильно. Я понимаю, что, допустим, есть игроки, которые только начинают именно вот играть в эту игру и не совсем разбираются, как она происходит. Но если вы поиграете, допустим, определенное время, хотя бы дней 200, то есть, то вы поймете, что это неправильно. Таких игроков люди, которые разбираются в игре, мягко говоря, не любят. Поэтому я буду очень рад, если их всех нульнут, вот таких вот спиногрызов, типа там Фриги, типа Пробела, типа МД. Потому что, смотрите, допустим, с одной стороны, к примеру, я прилетаю на соседний сервер, скажем так, там, я вот там Фриги, МД, мы плюс-минус все равны по мощи. С другой стороны, прилетают они. Ну, и я таких пятерых просто разорву на карте КВК, а это дисбаланс. То есть, когда вы прилетаете, допустим, на любой сервер, будьте добры, будьте полезными. Не будьте спиногрызами, а еще спиногрызами, которые воруют награды с карты КВК. Я очень рад за этих ребят, что они его нульнули, потому что я смотрел, что как бы из всех русскоязычных стримеров, когда я начал смотреть YouTube, Пробел именно лучше всех разбирался в механике игры. Это вот 100%. Он не так, не то чтобы лучше всех. Он единственный парень из русскоязычных стримеров, который разбирался в механике игры. Но, как и любой другой стример, он был просто фермером, который хотел брать награды. Ребята это вовремя просекли, нульнули его. Единственное, как бы обидно, что им обидно, что они первоначально отдали ему СМП на Костю. Но я думаю, что впредь они больше этих ошибок не допустят. Поэтому, кому интересно, как его нулили, можете вот еще раз вот открыть вот такое вот дело.
посмотреть. Называется «Пробел руинит КВК». Парня зовут Мейхем. Посмотрите, как это все дело происходило. Я думаю, вам очень понравится. И если вы играете в эту игру плюс-минус активно, то вы, как и я, не любите фермеров. И получаете большое удовольствие, когда с ним вот такое вот происходит. Всем счастливо. Всем пока.